нигде не можем найти, я уже не знаю, где его искать. А где он делся, Настя? Что вообще происходит? Он на тебе, Сереж! Нет! А, черт! Че твори про меня зовут церкви? Он язык просрал уже, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопрем банде! Самое лучшее по нетубе, ведь про тебя сопрем банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопрем банде! Самый лучший бандит на ютубе – бандит! Эй, бандит, если вы смотрите это видео, то вы, скорее всего, знаете о выходе истории игрушек 4. Да, четвертая часть культовой истории про жизнь игрушек, которые живут, когда их никто не видит. И вы не поверите, банда, но с выходом этой четвертой части в интернете начали ходить слухи о реальном существовании этих игрушек. И вы не поверите, банда, но в интернете есть реально кадры, где видно, что Вуди живой. Вы только посмотрите на это, девочка просто сидела около игрушек. Как вдруг Вуди упал, это разве возможно, что прибада, вы это видите? Это просто жесть, и вы не поверите, банда. Но я купил того Вуди, того самого Вуди, того самого шерифа Вуди, которого только что видели на видео. И он здесь, Суприм Банда, в этой коробке. Окей, мне кажется, что этот Вуди реально живой. Суприм Банда, мне уже терпится его открыть. И то же самое сегодня видео снимает Настя. Дела. О, да, Настя, ты сегодня какая-то не слишком разговорчивая. Что ж, Суприм Банда, мы ищем 3 часа ночи и открываем эту коробку с Вуди. Не знаю, наше с этого получится, Банда, но я уверен на 100%, что сегодня будет самая настоящая мистика. Потому что мы, возможно, увидим самую настоящую живую игрушку. И только вдумайтесь, это Суприм Банда. Ищем 3 часа ночи и открываем Вуди, погнали! Окей, банды, вам реально не послышалось, я реально купил настоящего Вуди. Ну, вроде по легенде настоящего Вуди, который вроде бы живой, банда. И на часах, банды, уже 30 ночи, 6 минут, самое время для мистики. Пришло время открывать этого Вуди, он находится в этой коробке, как я думаю. О, черт, банда, мне все еще не верится, я реально себе купил настоящего Вуди. Окей, мне уже терпится, чтобы поскорее его открыть. Окей, вот так вот. О. Слушай, банда, там реально что-то есть. Получается, продавец меня все-таки не обманул. Что, Суприм Банда, я открываю Вуди. Вы готовы, Суприм Банда, потому что я не очень что-то... О, вы посмотрите на это. Вы это видите, банда, самый настоящий Вуди. Это просто жесть. О, черт, банда, вы просто посмотрите на него, как же он похожий. Прям как настоящий Вуди, настоящего мультфильма. Просто посмотрите на это, вы это видите. О, черт, вы это видели, банда. Что только что было? Он только что пошевелил глазом. Вы это видели, Суприм Банда, еще раз посмотрите. О, черт, банда, вы это видели? Опять пошевелил глазом, что вообще происходит? Получается, банда, что у нас настоящий Вуди или что? Вы это видели? Я никогда раньше не видел, чтобы игрушки так вооружились своими глазами. О, черт, это реально жестко, банда, мне все еще не верится. Это было самое настоящее безумие покупать эту игрушку. Окей, банда, как вы видите, это похоже на настоящий шериф Вуди. Это просто жесть, банда, я прям в это не верю. Настоящий шериф Вуди сейчас в моих руках. А если он реально сейчас заживет, банда, это же просто жесть. А еще к нему придачу шла его шляпа. Его легендарная ковбойская шляпа. О, посмотрите, это прям теперь уже сильно похоже на шерифа Вуди. Банда, блин, просто посмотрите на него, это же точная копия, как в мультике. Даже посмотрите, здесь тоже написано Энди, вы это видите, так же, как и в мультике, черт. Я прям в шоке, банда, реально похожий Вуди. А что, если это и есть настоящий Вуди? Сегодня мы это проверим, банда. Потому что то, как я видел, как он упал тогда в коробке, это просто жесть. И я уверен на 100%, что это живой Вуди. Черт, банда, я реально в шоке. Окей, банда, еще здесь вот такая вот штука, которая могу оттягивать, будет говорить, но... Почему-то не говорит, банда, это очень странно. Окей, банда, его пока что где-то сюда вот так вот посажу, пусть пока что сидит здесь. О, черт, вы это слышали, Суприм Банда, только что заговорил. О, господи, это просто жесть, мне все еще это не верится. А что, если это реальный шериф Вуди? Блин, банда, над ним надо привести некоторые эксперименты. Настя, что ты думаешь, что можно сделать? Давай поставим его, и пускай камера снимает его всю ночь. О, это хорошая идея, тогда мы узнаем, когда он оживет, банда. Это реально хорошая идея, Настя. Что ж, тогда, Суприм Банда, мы оставляем шерифа Вуди здесь, а на него направляем камеру, чтобы она сделала его ночью. И мы посмотрим, тогда ли реально этот шериф Вуди живой. Потому что, как мы видели, как дрогались его глаза, это просто жесть. Банда, мне уже не терпится проверить, насколько он живой. Шерифа Вуди мы оставляем, наверное, здесь, а дальше мы ставим на него камеру. Где-то вот так, Суприм Банда, чтобы его снимала камера. Что, встретимся с вами через секунду. О, господи, банда, что вообще здесь происходило? Я пришел, камера уже лежала. Настя, ты это видела? Это просто жесть! И Суприм Банда, где шериф Вуди? Его здесь нету, банда! О, черт, здесь просто лежит мой телефон, но где Вуди? О, господи! И посмотрите, здесь какая-то дырка! Черт, что это вообще значит? Ну что, где-то там? Эй, черт, Настя, я в шоке! Я тоже, Сережа, как так? Я не знаю, Настя, это просто жесть! О, черт, Суприм Банда, я в шоке! Получается, что у нас шериф Вуди, он живой или что? Это просто жесть, Суприм Банда, мы должны скорее присмотреть запись на камере! Что за только что было, банда? Встретимся с вами через секунду, когда мы уже будем смотреть запись! Окей, Суприм Банда, сейчас мы посмотрим запись на ноутбуке, которая была только что сделана на камеру. Точнее, я не знаю, когда она была сделана, потому что мы камеру оставили на 10 минут. А когда пришли, камера лежала, а Вуди уже не было. Окей, Суприм Банда, сейчас мы посмотрим, что же здесь было. Окей, Суприм Банда, Вуди основное время стоит. Нужно промотать в конец именно в то время, когда уже выключилась камера. Мне кажется, тогда будет самый экшон. Окей, Суприм Банда, вот конец, смотрим, что сейчас будет. Настя, ты это видишь? Да, я вижу. Что он делает, ты это слышишь? О, господи, он что-то сказал. Это просто жесть, Суприм Банда, он живой. О, господи,
реально купили живого Вуди, банда, вы это видите? Это просто жесть! О, господи, вы это видели, Супербанда? Вуди живой, то, что он делает, это просто жесть! О, черт, я реально в шоке, Супербанда! Получается, мы купили настоящего Вуди, самого живого Вуди! Он реально ожил, когда мы его оставили одного, банда, это просто жесть! О, черт, я все еще в шоке! Нужно быстрее его найти, банда! Ты это слышала? Там кто-то был, Супербанда, там реально что-то упало. О, черт, да просто жесть, Супербанда. Нужно пойти посмотреть, что там упало. Возможно, это Шири Вуди. Окей, банда, мы реально там что-то слышали. Там реально что-то упало, банда. На числах, банда, уже 3:47. Уже почти 4 утра, банда, по идее, все мистика должна заканчиваться. Но она только у нас начинается, банда. Я все еще в шоке, что мы реально увидели настоящего шерифа Вуди. Но как он ожил, банда, мы реально возле самого комнаты, он ожил. Окей, Настя, теперь нужно пойти посмотреть, что там. Мне кажется, он там где-то, только нужно тише разговаривать. Потому что если он услышит, то он может просто убежать. Настя, идем скорее. О, черт, банда, это реально жесть. Я наслышал шерифа Вуди. Не обращайте внимания на коробки, просто мы здесь сделаем немного ремонт. Окей, шериф Вуди. Ты видишь? Да, я вижу. О, черт, ты просто жесть, он реально здесь. Вы это видите, Супербанда? Настоящий шериф Вуди. О, господи, я реально в шоке, Настя, черт. О, черт, я прямо на него смотрю, мне прям уже страшно становится. Нужно его как-то поймать, Супербанда. Так, нужно аккуратно как-то к нему подойти. О, черт, Супербанда. А, да, черт, банда, мы увидели, он здесь, Супербанда, это просто жесть. Господи, банда, оно живое. Это просто жесть, Супербанда, вы это видели, на меня напал. Блин, я в шоке, банда, и реально когда так ворачивай, не видел, чтобы игрушка оживала. О, черт, банда, я в шоке, вы это видели. Я даже напуган, банда, потому что я никогда раньше не видел, чтобы игрушка оживала. Самого так вот ворушилась, банда, это просто жесть. Это реально стучит башню, банда. Окей, нужно пойти его найти, чтобы никуда не убежал опять, как уже было раньше. Черт, Настя, мне реально того не по себе. Окей, Настя, скорее идем посмотреть, где он там. Супербанда, посмотрите, мне даже немного подтрушивает, я реально боюсь. Окей. Настя, его здесь нету, ты видишь? Да, вижу. Черт, Супербанда, он же был где-то здесь, вы это видели? Где он сейчас тогда? Может быть, в этих коробках, хотя как бы сюда залез. Посмотри, Настя, здесь ничего нету, ты это видишь? Так, книга с заклинаниями, это все не то. О, черт, Супербанда, его реально здесь нигде нету. Погоди, Настя, а разве эта дверь была открыта, когда мы сюда шли? Она же была закрыта. Вроде бы была, да. Черт, нужно зайти туда посмотреть, возможно, он там, банда. Господи, окей, Настя, заходим, сразу же закрываем с собой дверь, чтобы он уже отсюда не убежал. Быстрее, заходи, ты первая. Окей, банда, нужно закрыть дверь, чтобы он отсюда не выбежал, если что. Окей, где он здесь? Эй, Вуди, ты где-то там? О, черт, Супербанда, я пока что ничего здесь не вижу. Господи, Супербанда, это просто жесть, мне все что не верится. Мы реально купили живую игрушку Вуди, черт. Это реально жестко, банда. Думаю, за такой вы уже поставили свой лайк, бандит, именно поэтому, бандит, давай на это видео наберем 10 лайков. Убить Супербанда, мы самые сильные банды на ютубе, значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков, именно поэтому, бандит, доказывает, что Супербанда самая сильная банда на ютубе, бандит. О, черт, банда, он где-то здесь. Несмотря на все это, он могут спрятаться за унитазом. На этом ничего не вижу, банда. Это просто жесть, здесь же Вуди. Черт, везде пусто, Супербанда, я просто в шоке. Черт! Ты слышала? Да, вроде бы. Черт, он что, снаружи? Оказывается, он был не здесь, банда. Окей, на счет 3 открывай. Я в шоке, банда, он реально смог нас как-то обмануть. Я просто жесть, я все еще не верю в это всю, банда. Окей, Настя, открывай, давай. Страшно. Открывай, я верю, страшно, но открывай. Черт! Эй, Вуди! Ты его видишь? Нет, вроде нет. Его нигде нету, черт, Супербанда, это просто жесть. Окей, банда, мы реально не знаем уже, что делать. Мы обыскали весь дом, нигде его просто нету, и нигде даже его не слышно. Это мелкое существо, оно просто куда-то пропало. Я реально не знаю, что происходит, я все еще не могу в это поверить. Мы нашли настоящего Вуди, который реально живой, банда, это же реально жесть. Я просто в это не могу поверить, Супербанда, думаю так же самое, как и вы. Надеюсь, вы уже поставили свой лайк за это. Ты слышала? Да. Он где-то смеется, Настя, но где? Он где-то в этой комнате. Эй, Вуди! Вуди! Вуди? Его здесь нету, черт, где он тогда? Где он? Вуди? Вы это слышите, банда, он реально где-то смеется. Ты слышишь это? Да, я слышу. Он сейчас кто-то говорит, я не могу понять, он говорит на английском, настоящем языке. Была огромная ошибка покупать Вуди из штата. Окей, банда, реально, я понимаю, что происходит. Мы его слышим, но мы не знаем, где он. В коробках мы смотрели, здесь смотрели, где он тогда делся, банда. Я реально знаю, что происходит. Мы реально его нигде не можем найти, я уже не знаю, где его искать. Нигде его в доме нету, но мы слышим, как он смеется, банда. Я реально, банда, уже не знаю, что делать, что если он навсегда останется жить в нашем доме. Мы почти никогда его не найдем, и он будет выходить среди ночи, нас как-то душить или еще что-то самое плохое делать. Потому что, как мы видим, банда, этот Вуди не очень хороший, он реально хочет нас убить. Ты это слышала, Настя, там кто-то смеялась в коробках? Слышала. О, черт, это просто жесть, Супербанда, там реально что-то смеялась в коробках. О, черт, Супербанда, вы это видите? Оно реально живое, банда, это просто жесть. Мне реально двигается, мне прям это не верится, Супербанда, о, черт.
Господи, он реально живой, панда! Господи, я впервые такое вижу, чтобы игрушка так шевелилась! О, черт, это просто жесть! Я в таком все шоке, панда, вы не поверите! А куда он делся, панда, вы это видите, черт! Нужно скорее поймать! Господи, панда, это просто жесть! Ты достись, Настя, быстрее! Где он? Где ты видишь? Да, вижу. Его нигде нету, черт, супрепанда! Господи, панда! Куда он вообще мог деться? Где он? Черт возьми, супрепанда! Его нигде не вижу! Господи! Черт, где он? Настя, что делать? Я не знаю, где он делся, Настя! Что вообще происходит? Он на тебе, Сереж! Нет! А! Черт! Супрепанда! Мы все-таки смогли его поймать, вы это видели! О, черт, панда, это просто жесть! Он рядом с под коробкой, панда! Скорее ставьте лайк, чтобы мы поймали форки! Я думаю, вы знаете, такой форки! Это ты вилка, которая дружила с Вуди! Панда, скорее набираем 10 лайков, мы поймаем форки! О, черт, супрепанда, мне прям не верится, мы реально поймали Вуди! Господи, панда, реально в таком шоке! Пойди ты вот хоббит из прошлого видео! Господи, какие они шикарные! Просто лишь комментарии! Эй, бро, знаешь, что, чтобы попасть ко мне в видео, тебе всего лишь нужно опуститься ниже, нажать на свой лайк, колокольчик и все, бро, в следующем видео. Вот так вот просто ко мне видео, лайк, колокольчик, хоббит уже в моем видео, бро! Эй, знаешь что? Черт, мне прям все еще не верится, мы реально его поймали, банда, смотрите! О, господи, он реально здесь лежит, вы это видите, супри, банда! Мы реально смогли поймать, быстрее его закрываем! Раздай, что оставайся такими шикарными! Пока!